Всем привет! У меня есть хорошие новости. У нас появился котенок. Такой хороший. Смотри, какой классный. Это мальчик. Да. И теперь нам надо придумать, как его назвать. Милашка, давайте поставим его на пол. Он пока боится. Он еще совсем маленький. Ой. Держи его. Скорее. Посмотри, Елислава, мы придумали несколько имен. Он же у нас черненький. Да. А вы знаете, он не просто черненький, он внутри белый, а снаружи черный. Это круто. У нас есть вот такие вот бумажки с разными именами. Давайте выберем одну из них. Найк. Ну-ка, давай мне. Будем смотреть. Найк. Так, спортивная фирма. Бакс. Отличное имя для котика. Бакс. Эш. Эш. Ну-ка, давай. Переводится как пепел. Он же такой серый. Ники. Ники. Супер имя. Кот Ники. Майк. Майк. Отлично. Микки. Микки. В честь Микки Мауса. Микки Маус уже черный. Да. Макс. Черный. Макс. Вообще супер кот. Макс. Блэк. Блэк. И последнее имя. Блэк. И последнее имя Найт. 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 Это переводится как ночь. Он же черный, как ночь. Конечно. Как же нам выбрать теперь имя? Из всего этого. А тебе что понравилось больше? Мне понравилось. Микки. Микки? А тебе, Симе, что понравилось? Макс. Макс? Мне понравилось. Нет, мне понравилось Микки. Микки? Да. Микки, мне понравилось. Папа, а тебе какое имя нравится? Лисав, ты за какое имя голосуешь? Микки. Микки. А ты? Мальчик тогда. Какая да, Микки. Это Макс. Макс? А, Микки. Да, Микки. Микки и Макс. Микки, 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 Микки. Ник, да. Микки, Микки. Мик. Микролик. Микс. Микки-рурк. Найк. Блэк. Ну, Макс. Макс. Ники. Они же кыс-кыс, главное, чтобы было в конце. Нет. Макс. Бакс. Ребята, какое Эш, вам нравится имя? Подскажите нам в комментарии. И напишите в комментариях, давайте проголосуем. За какое вам имя нравится, ребята? Покажите нам. Либо Ники, либо Макс, либо Бакс, либо Блэк, Майк, Найк. И